Приветствую вас. Аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Вот. И постараемся найти какие-то пути решения. Что я увидел в вашем тексте? Я увидел, что вы очень жертвенны своей природе. То есть у вас чувствуется вот эта жертвенность, которую вы транслируете. То, что я работаю много, работаю на износ, все время чем-то занято, устаю очень сильно, меня не ценят. А вот, то есть это, конечно, то, что может вашей дочери не нравится, как раз таки. То есть это может быть одна из причин, один из моментов, вот, который может отталкивать дочь под вас. Ну, просто потому что неприятно чувствовать, что мама, да, она вот такая жертва. И дочь, по большому счету, как это видится мне, она, ну, вот, подкрепляет то, что вы думаете о себе сами. То есть она просто подтверждает вам, что вот ты думаешь о себе так, вот ты думаешь, ты чувствуешь себя, там, к примеру, жертвой, да, вот, ну, значит, я тебе продемонстрирую, что ты жертва, вот. То есть ваша дочь, она ведет себя вот, вот так. И да, это действительно ваша жертвенность, это действительно ваше такое вот, ну, к себе отношение не самое лучшее, мягко говоря, обесценивающее. Вот, дочь его копирует, дочь не очень знает, не очень понимает, что с этим делать. Я думаю, что ей в какой-то мере страшно из-за того, что, по ее мнению, вы себя не цените, и, по ее мнению, вы себя загоняете в, ну, в угол, вы себя загоняете в ловушку, да, вы, значит, относитесь к себе не очень хорошо. Вот, я думаю, что дочь это чувствует и, соответственно, ведет себя так, в какой-то степени чувствую вашу слабость, вот, чувствую вашу, может быть, неуверенность в себе, чувствую, что вы, может быть, вините себя. Может быть, вините себя. То есть, если ваша дочь
чувствует, что вы себя вините, если ваша дочь ощущает, что вы чувствуете себя, к примеру, виновата, то она будет вести себя с вами именно так. Вот. И муж, то есть она посмотрела такое отношение у вашего мужа, конечно. Больше ей не было это посмотреть. То есть как бы ваш муж, он вот, в какой-то степени, да, он научил вашего ребенка вести себя, ну вот, таким образом с вами. И как вы не знали, что вам делать с мужем, да, теперь вы не знаете, что делать с ребенком. Ну, правда заключается в том, что необходимо выходить из состояния жертвы, а вам вот, необходимо выходить из вот, жертвенного состояния, в котором вы сейчас себя ощущаете. Вот, и приходить к тому, чтобы брать ответственность за свои действия, за свои решения, вот, заботиться о себе, демонстрировать заботу о себе, вот, учить уважению таким образом. Вот, и демонстрирую дочери, что то, что происходит, вот, это, ну, конечно, не очень хорошо, то, что происходит, но это происходит, потому что должно происходить, то есть вы в этом уверены в том, что происходит. А дочь, она чувствует именно вот, что вы не уверены, что вы, там, условно говоря, плывете, вот. И, конечно, это вызывает у нее негатив и страшно из-за этого. Вот. И страшно, потому что она хотела бы полагаться на вас, а полагаться на вас она не может, потому что вы чувствуете вину с одной стороны и жертвенность свою с другой стороны. Вот. И из-за этого она не может на вас положиться вследствие чего возникает такое вот агрессивное поведение, агрессивное с вызовом. Чувство вины в той ситуации не добавляет. Вот. А отсутствие границ, установленных вами. Ну, таких вот границ того, что можно делать, того, что приемлемо, и того, что нет. Тоже по большому счету вызывает дочери вашей, ну, что-то вроде панику,
что-то вроде паники. Вот. И, ну, то есть, в этом хорошего ничего нет. Так. Вот. Поэтому здесь только в первую очередь проработка вашего собственного состояния, помощь в проживании травмирующего события, вот, и, ну, выстраивание своего более адекватно, я бы сказал так, наверное, модели поведения, вот, чтобы вам было легче, вот. И тогда, я уверен, с дочерью отношения наладятся, вот. Тут еще вот, не совсем понятно, зачем лицей, да, то есть там лицей тоже нагрузка большая, и не очень понятно, хочет ли ребенок, да, хочет ли ребенок быть в этом лице и нравится ли ему там. Вот. Ну, это в данном случае я понимаю, что в данном случае это скорее детали, чем какие-то вот такие важный момент, потому что, ну, это не первостепенно в любом случае. Вот. Такой вот можно дать вам ответ. Опять же, вас как-то задевает, вероятно, то, что делает дочь, вот. Как-то вам, видимо, неприятно то, что она делает. Но вопрос заключается, как именно вас задевает. Вот у меня возникло ощущение, что вы нуждаетесь в ее теплоте, да, вы нуждаетесь в ее поддержке. Вот такое ощущение возникло. Если это так, то дочь, она, конечно, не может не чувствовать, что у нее нуждается, вот, и нуждаемость вряд ли дает ей плюс, вот, вот. Нуждаемость вряд ли дает плюс вашим отношениям с ней. Потому что она хочет опереться, допустим, на вас. Вот. А понимает, что вы же от нее чего-то ждете. Вот. И все. И это дает ей ощущение нестабильности. Вот. И, соответственно, здесь тоже нужно подкорректировать. То есть, вы нуждаетесь в поддержке, значит, вы в какой-то степени идете против своей воли. Вот вы говорите, например, что мой муж из вредности мог поставить там на мою выпечку, там, тарелку, там, от кусочек. Почему вы считаете, что он это делает вредности? То есть вы воспринимаете действия людей, да, как зло. То есть, типа, мне хотят навредить. Но это на самом деле не так. Вам никто не хочет навредить. Вот. Люди делают такие вот действия, да,
такие поступки совершают люди, потому что им кажется, что они на самом деле делают что-то хорошее в этот момент. Это правда. Но вы принимаете на свой счет эту ситуацию. И у этого есть, ну, понятно, какие-то. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы понять и разобраться, по какой причине становится возможным, что вы вот принимаете на свой счет. Ну вот то, что происходит, именно вот на свой счет вы берете. Именно на свой счет вы принимаете то, что, ну, происходит. Между вами, например, и ваши дочери. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что это не случайно. То есть такие вещи происходят не случайно. Вот так примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно, как минимум. Понятно, что проблема это не решит. Просто потому что проблема, она несколько такая вот глобальная, более глобальная проблема, вот. Но, тем не менее, если вы обратитесь, например, индивидуально к психологу, да, то вы имеете все шансы разрешить свои трудности. Вот. Правда, для этого, конечно, потребуются определенные затраты эмоциональные, да, определенные ресурсы. Вот. Так что здесь вы смотрите сами. Хотите ли вы, готовы ли вы работать над собой, и готовы ли вы всем этим заниматься. Вот, если готовы, то поможет. Вообще без проблем. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится.